Гарантийный ремонт дорог сегодня на особом контроле городских властей. Участки, проверяющие, осматривают ежедневно, и при наличии дефектов, даже самых незначительных, сразу же на них указывают. Где-то провалились люки, где-то повредили плитку. Для комиссии важна каждая мелочь. Сегодня, например, по Ульскому сотрудник зафиксировал, будет составлен акт и передан дальше в работу. На улице Горького имеете в виду провал? Ну там, да, провал начинают, но там предполагают, что ордера, там есть разрытие и рядом люки. То есть будем выяснять, устанавливать. В этом году общий километраж отремонтированных рязанских дорог возрос в 4 раза. На большинстве участков работы идут с опережением, где-то уже начали заниматься освещением, хотя это подряды уже следующего года. Также в областном центре осуществляют ремонт так называемыми «картами». Картами будет отремонтировано 36 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 10 километров. Также у нас идет ремонт дорог переходящими контрактами на следующий год. В этом году мы уложим нижний слой покрытия, а в следующем году мы уложим верхний слой покрытия и освещение. Из 36 объектов, где ремонт делают картами, на 31 работы фактически уже завершены. На 5 еще нет. По улице Новоселов, Есенина, по Гагарина обещают закрыть подряды к концу следующей недели. Что же касается капитального ремонта, то в этом году таких участков сдадут 7, среди которых мосты на улице Ленина и через Трубеж, а также улица Вторая линия, где сейчас тоже вышли на финишную прямую. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».